Привет всем подписчикам и зрителям. Сегодня я вам хочу рассказать о нашумевшем бюджетнике. Конкурент линейки Redmi от Xiaomi. Это смартфон от компании Lenovo K3 Lemon. Но не просто Lemon, это Music Lemon. У этого смартфона неплохие характеристики, при том, что его цена чуть больше $100. Свой смартфон я покупал за $120 на сайте AliExpress. Ссылку, как всегда, оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Итак, что мы получаем за $120? Смартфон. И также в комплекте у нас идет USB кабель, micro USB, USB. Переходник на европейские розетки и зарядка. Зарядка на 700 мАч, фирменная от Lenovo. И также мне продавец положил защитную пленку на дисплей и стилус, хотя он как бы не нужен. И заглушку на разъем для наушников. Все, больше в комплекте мы ничего не получаем. Хотя смартфон и называется музыкальный лимон, но, к сожалению, в комплекте гарнитуры я так и не обнаружил. Ну, это невозможно, конечно, отнести к большому минусу, но как бы хотелось, чтобы была бы гарнитурка. Так же, как и не обнаружил я обещанного эквалайзера Max Audio от компании Lenovo. Ну, тоже как бы минус, но не слишком он уж такой большой, так как все в наше время можно найти и скачать. Давайте перейдем к осмотру нашего смартфона. Передняя панель выполнена из стекла. Это у нас емкостный сенсор. В верхней части передней панели у нас находится фронтальная камера, разговорный динамик и датчик освещения и датчик приближения. В нижней части находятся кнопки меню, домой и назад. Больше у нас на передней панели ничего нету. Задняя панель выполнена из пластика. Пластик матовый, приятный на ощупь. В верхней части видим камеру, вспышку. И также большой плюс, есть отдельный микрофон для камеры. Это очень шикарно. Далее идет чуть ниже логотип Lenovo. В нижней части мы видим два стереодинамика. Звук реально классный в этом смартфоне. Мне понравился. Итак, на верхнем торце мы видим разъем для наушников. Micro-USB разъем для зарядки и подключения к компьютеру. Значит, справа у нас идет качелька громкости, кнопка включения-выключения, кнопка питания. В нижней части у нас идет только микрофон, больше ничего нету, и левая боковая сторона у нас вообще свободна от каких-либо кнопок. Давайте открою крышку и скажу несколько слов о том, что находится под крышкой. Значит, мы видим разъем для карты памяти, microSD карты. До 32 гигабайт смартфон поддерживает. Также два разъема для micro SIM карт. И батарея на 3200 мАч. Все, больше у нас под крышкой ничего нет. Сборка у нас качественная, ничего не скрипит, не люфтит. Смартфон не очень большой. Высота его 141 мм, ширина 70,5 мм и толщина у нас 7,9 мм. Он реально тонкий.
в руке сидит очень хорошо и очень удобен в использовании. Одним пальцем я достаю кнопкам на нижней панели и также качелька громкости и кнопка включения-выключения питания. Итак, дорогие друзья, дисплей здесь у нас 5 дюймов, IPS матрица, разрешение 1280 на 720 пикселей, дисплей с шикарными углами обзора, это видно на видео. И как видите, здесь у нас яркие и сочные цвета. Давайте посмотрим, что же нам покажет тестер Antutu. Значит, смартфон набрал 20957 баллов. И по информации, марка Lenovo, модель К30Т, Android 4.4 KitKat, оперативной памяти 1 гигабайт, встроенный накопитель 16 гигабайт, но как видим свободных 12,36. Значит, процессор Snapdragon 410, 4 ядра, тактовая частота 1,2 гигагерца. Графический процессор Adreno 306. Дальше у нас идет камера 7,7, показывает почему-то, ну, в общем, 8 мегапикселей и 2 мегапикселя. И датчики. Датчиков очень много. Датчик направления, акселерометр, датчик приближения, освещение, магнитный компас, датчик приближения и датчик линейного ускорения и датчик векторного вращения. Очень много датчиков. Я думаю, что они как бы все нужны и все работают. Дальше давайте посмотрим тест мультитач, 5 касаний, ну и по Antutu в принципе все. Давайте еще покажу Nenomark, какой показал результат в Nenomark 54,4. И давайте покажу, как работает GPS на данном смартфоне. Запускаем. Несколько секунд и появляется уже первый спутник. В принципе, я думаю, это отличный результат. Вот уже есть второй. GPS-навигация работает отлично. Итак, как обещал, возвращаюсь к камерам. Значит, фронтальная у нас идет 2 мегапикселя. В принципе, маловато, но для общения по скайпу, я думаю, что достаточно. И основная камера у нас идет с максимальным разрешением 8 мегапикселей. И она может снимать видео в качестве Full HD. Давайте сейчас покажу саму камеру. Есть автофокус, в принципе, много всяких настроек, как на каждом смартфоне на Android. Фото все четко. Ну, мне нравится, как снимает данный смартфон. И вот так снимает видео. В процессе съемки видео можно делать фото, нажав на дисплей.
И также, как обещал, сейчас включу Слышите, как играет данный смартфон. В принципе, звучание чистое, четкое. Мне нравится, как он звучит. Есть возможность выставлять звуковые сигналы на обе сим-карты. В принципе, это плюс. Итак, скажу еще несколько слов о фирменной оболочке Wave от Lenovo. Если сделать свайп снизу вверх, появляется как быстрый набор. Быстрый поиск, нажимаем несколько клавиш и уже можем увидеть то приложение, которое ищем. Еще у нас здесь есть прикольный набор программок, такой как Lemon FM, Компас, точка доступа, чат, потом доктор по безопасности. В принципе, прикольная вещь. Как бы смотрю, что ищет там. Много чего находит. Проверяет на вирусы. Хотя установлен уже даже и антивирусник какой-то. Ну, не знаю. Я его, наверное, не буду оставлять. Просто удалю. Значит, что здесь еще есть? Виджет на погоду и Mobile Market. В общем, такие, не знаю, полезные, не полезные, но уже есть установленные программки. И еще один немаловажный вопрос. Насколько же хватает батареи? Батарея здесь установлена на 2300 мАч. И хватает ее на 1-2 дня, в зависимости от того, как пользуетесь смартфоном. И в активном режиме ее хватит на 4-5 часов. Это просмотр видео и игры. Ну, в принципе, на этом можно заканчивать. Осталось еще показать, как же смартфон справляется с играми. И я думаю, на этом закончим обзор. Спасибо всем, кто смотрел. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересного. Ссылку на смартфон оставляю в описании. Ссылку на распаковку также можно найти в описании. Всем спасибо, кто смотрел. Пока, до скорых встреч. Thank you.